Вельская птицефабрика приостановила работу. Накануне там был пожар. Возгорание началось около полуночи в цехе по забою, охлаждению, заморозке и хранению готовой продукции. Магазины рискуют остаться без местных куриц и яиц. Огонь серьезно повредил сразу несколько цехов, отдел продаж, лабораторию и холодильники. Пожар начался в каркасном здании, обшитом сэндвич-панелями. Повреждена часть кровли, стены и оборудование забойного цеха. Его производительность составляла 50 тысяч голов в сутки. Причина возгорания и сумма ущерба выясняется. Ликвидировали пожар лишь в 4 часа утра. Ему присвоили максимальный номер сложности. Сейчас остается угроза обрушения металлических конструкций. Руководство предприятия обеспокоено поиском временного цеха по забою птицы. В Архангельской области таких помещений нет. Ведутся переговоры с птицефабриками других регионов. Также решается вопрос о судьбе сотрудников сгоревших цехов. Уволены будут. Высвобождаться будут? Куда? Справку губернатора предоставила о освобождении. Ну, когда взрыв на предприятии, что делать? И куда люди отправляются? Так и здесь. Все будут распущены. Какой счет для начала? Дальше. У кого отпуска есть, отпуска пойдут. Ну, так далее. Вельская птицефабрика – крупное предприятие агропромышленного комплекса Архангельской области. Основные направления деятельности – производство куриного яйца, мяса цыплят-бройлеров и полуфабрикатов.